уходить сейчас же. Что ты делаешь, кабан? Глаз Джека говорил правду. У рыжебородых есть связи. Ну и что, у нас тоже? Нет, ты не понимаешь. Сюда идут черноногие. И когда они придут, тебя накажут в назидание другим. Тебе нужно уходить. Только не через главный вход, через окно. Они здесь, бегом! Откройте дверь! Эй, вы, двое, зайдите сзади! Выбивайте дверь! Доброе утро. Здорово. Что ты здесь делаешь такой час? Я работаю на лодках, сэр. Мы выходим рано. На лодках? А что в сумке? Ты подходишь по возрасту. Покажи клеймо. Тебе что, не проверяли? Я вечно в море, сэр. Не было шанса. Что ж, мы это исправим. Ты отправишься на лодку. Но не на ту, что думаешь. Живее! Поставили клеймо! Получили выпивку обратно на баржу! А дети при чем? Вот что бывает, когда не платишь. Теперь детей забирают. За что он их всех посадил на цепи? Когда увидишь короля, спроси его об этом. Ничего не забыл. Боже, храни короля! Проклятие. Прости, приятель. Эй! Оставь его. Извините. Прошу прощения. Дайте-ка мне пройти. Ты обнаглел? Здесь очередь! Джон. Не, ничего. Пусти-ка меня. Что от меня требуется? Триггер, вон еще один. Прыгать на месте. А ты как думаешь? Хватайся за рукоятку, кретин. Короче, я выбил. Так, 10 пальцами взялся крепко за меч и потянул левую ногу, правую ногу, клеймо получил, вернулся на баржу.